Топольце. Уже 7-й рік поспіль ми вшановуємо пам'ять нашого героїчного екіпажу 76-го під керівництвом полковника Олександра Білого. Я хорошо помню лето 2014 года. Я хорошо помню тот трагический июньский день, то утро, когда все мы узнали о страшной трагедии для Мелитополя. В этот день в наш город пришла война. В этот день все жители города четко осознали о том, что война не где-то далеко, а погибают близкие люди, которые жили рядом с нами, страдают наши мелитопольские семьи. Тот доблестный, отважный поступок, который сделала члены нашего экипажа, десантники из Днепровской области. Это явный пример героизма для всех нас. И именно благодаря им сегодня мы живем под мирным небом, дышим свободным воздухом. Светлая им память нашим героям.